На встречу с рестораторами Сочи прибыли представители ведущих винодельческих хозяйств Кубани. Всего 7 компаний. Производители вин познакомили владельцев кафе и ресторанов города со своей продукцией. Красное, белое, игристое – все напитки можно было тут же продегустировать. В помощь консультации профессионального сомелье. Без него не обойдешься. Сегодня кубанские производители предлагают целую линейку качественных вин на любой вкус. Вообще, по статистике, каждая вторая бутылка вина из произведенных в России – кубанская. И сегодня местные напитки вполне способны конкурировать с лучшими зарубежными винами. Гости курорта, и россияне, и иностранные гости, они, конечно, приезжая к нам, они хотят не попробовать вина Франции или Италии, они хотят попробовать вина местного производства. Те, которые растут на наших землях краснодарских, очень благоприятных. И вот сегодняшняя встреча, это пусть маленький, но тем не менее шаг в правильном, очень нужном, очень верном направлении и для бизнеса, для наших кафе и ресторанов. На встрече с производителями вин сочинские рестораторы смогли познакомиться со всеми новинками и спецпредложениями этого сезона, тут же найти новых бизнес-партнеров и заключить выгодные контракты. Вообще, такие встречи с производителями местной сельхозпродукции в Сочи стали традиционными. Их проводят перед зимним и летним сезоном. А в ближайшее время городская ассоциация рестораторов, не отходя от еще одной традиции, проведет в Сочи осенний гастрономический фестиваль. И, возможно, в винных картах ресторанов-участников уже можно будет найти напитки кубанских производителей. Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.